Сейчас мы посмотрим на действительно уникальный и своеобразный проект, который был сделан из обычной буханки. А если быть точнее, то из модели УАЗ-452 1981 года выпуска. Владимир из Ярцево уж очень давненько хотел себе в собственность какую-нибудь буханку, так как мужчине надоели автомобили, в которые помещаются максимум 5 человек. Потому что частенько появляется необходимость поместить намного больше людей. Поиски начались в 2010 году и закончились достаточно быстро, буквально через пару дней. Владимир долго не выбирал, поэтому взял один из первых вариантов. УАЗ был в уставшем состоянии, целая только передняя часть и крыша, а вот все остальное такое себе. Многие элементы очень ржавые, где-то даже появились дыры. Владимир работы не боялся, хотел все починить и просто гонять на природу, рыбалку и в лес. Владелец быстро все починил, довел до того состояния, чтобы нормально ездить, ничего особенного. А дальше началось нечто более крутое. Мужчине запала в душу буханка, хотелось вложить в нее больше сил, времени, денег. Ведь любимый автомобиль заслуживает такое внимание. Владимир начал по возможностям как-то улучшать УАЗ. Сразу же хотелось привести в порядок весь металл, убрать ржавчину и вмятины, которые появились во время эксплуатации. Поэтому работа была проделана колоссальная, ведь УАЗ большой по параметрам, делать все одному сложновато, но владелец справился. Внутри сделал дополнительно шумоизоляцию, укрепил все слабые места машины и покрасил кузов в черный цвет. Задние двери получили другой замок, а именно гаражного типа, и это не шутка. Конечно, минус в том, что он открывается только изнутри буханки, но зато вечный, и дверь никогда случайно не откроется. Вдобавок, задней дверью редко кто пользуется. Внутри кузова было все покрыто фанерой и обшито тканью. Это придавало даже какого-то уюта. Вдобавок, для комфорта взяты сиденье и задний диван от Opel. Дальше начались внешние изменения. Буханка благодаря им очень сильно преобразилась. Боковые и задние части покрыты нержавейкой. Владимир очень сильно отполировал ее. Благодаря этому она очень блестит, как зеркало. Смотрится красиво, особенно в сочетании с черным цветом. Дополнительно мужчина соорудил пороги, задний и передний бампер. Был установлен экспедиционный багажник на крышу, а на нем еще освещение и лестница, чтобы легко забираться наверх. Владелец еще смастерил с абсолютного нуля прицеп, в таком же стиле, как и автомобиль. Докупил 7 новых колес, 4 на машину, 2 на прицеп и 1 как запаска. Для большего стиля и небольшого комфорта была сделана тонировка, все в пределах разумного. Целых 4 года Владимир конструировал свой УАЗ, в итоге соорудил сверкающую конфетку. Буханка сильно привлекает внимание прохожих и других водителей, оно и понятно, ведь такой экземпляр трудно пропустить мимо своих глаз. Ставьте палец вверх, чтобы оценить труд человека. Услышимся в новых видео.